На сцене филиала РЦНТ «Дуслык» блистали настоящие звездочки. Региональный конкурс «Путь к успеху» собрал десятки участников из городов и районов республики. Здесь свое мастерство показывали солисты, вокальные и хореографические коллективы различных направлений и стилей. Многие лауреаты и победители различного уровня творческих состязаний. Не в первый раз принимают участие в данном конкурсе образцовый хореографический ансамбль современного танца «Шоу-балет «Шарм». Руководители коллектива Людмила Загороднова и Яна Кочкурова каждый раз удивляют зрителей и жюри новыми постановками. На этот конкурс «Путь к успеху» мы уже не в первый раз приезжаем. Привозили мы старшие группы, они у нас выпустились, уже танцуют, где-то дальше пошли учиться, кто-то уже работает. Это старшая группа у нас. Привезли мы в двух номинациях, танцуем 4 танца. Надеемся, конечно же, на успех. Прекрасное название конкурса, и мы тоже надеемся на успех и победу в этом конкурсе. За кулисами некоторые волнения перед выходом. Для участников, конечно, важно получить высокие баллы экспертов. Но даже если не получится выиграть конкурс, это тоже определенный опыт, говорят участники. У нас образцовый хореографический коллектив «Эксклюзив». Мы занимаемся практически 5 лет. Бывали в разных городах, и есть награды. Например, в Кумертау 2 года назад мы заняли 3 место, в Стерлибашево 2, потом в Стерлитамаке 2 два раза было, и у нас в Красносольске 1 места. От этого конкурса мы ожидаем высоких побед и мотивации какой-то, чтобы участвовать в следующих и больших, и крупных мероприятиях. Где еще выступали? Мы выступаем в региональных конкурсах, занимаем 1, 2, 3 места. Знакомство с ребятами из других коллективов, из других городов. Опыт какой-то. Мы как сами становимся сплоченными. И, нам нравится выступать и сами любим заниматься этим. В составе экспертной комиссии ведущие деятели культуры и искусства республики. Всего им предстояло просмотреть более 30 выступлений. Согласно положению фестиваля, вокальные и хореографические коллективы исполнили по 2 номера. Для участников конкурс стал площадкой для обмена творческими достижениями.